Сейчас они скажут, что на этом месте, припорошенном снегом, меньше месяца назад возвышалось недостроенное здание. В прошлом году на территории Ленинского округа было снесено 7 незаконно возведенных объектов. Один из них в поселке Развилка. Данный объект в свое время вызвал большой общественный резонанс в связи с тем, что располагался в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. И выступающие его элементы как раз нависали прямо над остановкой, подвергая опасности здоровью и жизни людей. Интернет помнит все, как выглядело это место на центральном перекрестке в Развилке, можно увидеть на Яндекс.Картах, перейдя в режим панорамы. Дело о сносе незаконной постройки длилось с 2017 года. Все это время собственник правдами и неправдами пытался отсрочить неизбежное, но закон есть закон. Администрация была вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд о сносе незаконной постройки. Экспертиза была назначена судом, она все факты абсолютно подтвердила. Были проведены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. И в конце прошлого года, то есть вышел на площадку подрядчик. Хоть и говорят, что ломать не строить, в данном случае снос здания представлял довольно непростую задачу. Рядом находилась остановка общественного транспорта. Работа была проведена в течение 2 недель. Мусор вывезен, участок выровнен. И такая судьба скоро постигнет множество других незаконно возведенных объектов. Таких объектов под снос где-то порядка 30. В настоящее время анализируются данные по ним, по всем, насколько уже фактически мы можем выходить на территорию. Основной перечень будет сформирован, и он как таковой уже на этот год планы, будут вывешены на сайте администрации, где любой, каждый желающий может с ним ознакомиться. Планируется, что на этом месте будет оборудована большая и комфортная остановка общественного транспорта. Всего в Ленинском округе, начиная с 2018 года, снесено либо приведено в соответствие с действующим законодательством более 140 объектов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.